Друзья, привет! Комплекс упражнений для спины выполняйте каждый день для здоровья поясницы и нашего позвоночника. Первое. Выполняем правильные упражнения для оздоровления. Крутим велосипед. Потихоньку, потихоньку крутим. Напрягаются мышцы бедра, напрягается брюшной пресс. Таким способом мы будем укреплять мышцы вокруг нашей спины. Крутим, крутим, крутим. Это можно выполнять даже лежа в кровати. Хорошо, в другую сторону. Чувствуем уже напряжение. И еще вперед. Можно руки под голову положить и отдыхаем. И назад еще. И еще вперед. Веселее. Чувствуем, как работает пресс. Достаточно. Отдохнули буквально 5 секунд. Подумали о хорошем. И поехали. Второе упражнение. Поднимаем ноги вверх. Носочки на себя. И делаем упражнение. Раз. Выдох. Хорошо. Выдох. Напрягли пресс. Вдох. Выдох. Вдох. Носочки устремляются вниз. Делаем 15 раз. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще 2 раза. Выдох. И последний. Хорошо. Аккуратно. С небольшой паузой через стороны переворачиваемся на живот. Первое упражнение у нас. Поднимаем туловище вверх. И тянемся руками к одному бедру, ко второму бедру. Задействованы глубокие мышцы поясницы. И работаем. 2. Вернулись. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, и еще терпим, терпим, 12, да-да, здесь печет, 13, и еще 2 раза, раз, и еще 1 раз, достаточно, небольшой отдых. 5 секунд. Руки под плечи. Поднимаем корпус на расслаблении максимально. Максимально расслабить мышцы, ноги расслабить. Еще раз смотрим. Поднимаемся. И поворачиваемся через сторону. Всем корпусом смотрим на дальнюю пятку. Раз. В другую сторону. 2. Всем корпусом. 3. 4. Гимнастика для поясничного отдела. 5. 6. 7.
8. И еще нужно 2 раза хороших сделать. 9. И для себя. 10. Хорошо. Поднимаемся аккуратно и делаем небольшой сброс. Ноги на уровне плеча. И просто расслабиться. Лечь и отдохнуть. Целых секунд 20. Чувствуем, где проработали. Чувствуем свое состояние. Такой комплекс будет помогать вам всегда чувствовать себя в порядке и чувствовать себя уверенно. С вами был Юрий Недашковский. Подпишитесь на мой канал, задавайте вопросы. Всем пока!